Я рад вас приветствовать. Моя лекция называется «Человек на Луне. Факты и конспирология». Существует скрытая сторона реальности, невидимый мир тайных дел и секретных операций. Так начинается книга Роба Бразертона «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров». Я всем интересующимся разнообразными заговорами, причиной популярности и распространенности рекомендую эту книгу, книга очень интересная. Но на самом деле, вдруг нас обманывают. Нас постоянно дурят в каких-то магазинах, обвешивают нас, атакуют телефонные мошенники, нам врут средства массовой информации, с ложью мы сталкиваемся постоянно. Но вдруг нас, может быть, обманывают в чем-то очень масштабном, очень крупном. Сегодня я буду рассказывать о лунном заговоре, скажем так, о очень распространенном вероучении, центральной догме, то есть это важно, центральной догме которого является тезис о том, что человек на Луне никогда не был, а все факты, свидетельствующие в пользу этого, сфабрикованы. У меня сразу вопрос к аудитории. Поднимите руки, кто убежден в том, что американские астронавты были на Луне. Это никуда не занесется, честно. Хорошо, спасибо. Кто точно убежден, что не были на Луне? Точно убежден. Хорошо, спасибо за честность. Кто ни в чем не уверен, сомневается, не может однозначно ответить. Давайте я за компанию подниму руку, чтобы поддержать. Спасибо. А кто вообще не в теме и не знает, зачем пришел? Не сможет сделать выбор, потому что вообще не осведомлен об этом. Поднимите руки, есть такие? Есть, отлично. Спасибо. Спасибо. На самом деле, любая, наверное, деятельность человека, которая связана с политикой, окружена множеством мифов, заблуждений и каких-то домыслов. В космонавтике их очень много самых разных. Есть теории о так называемых догагаринских космонавтах, которые якобы были и погибли. Есть какие-то свидетельства, ну, в кавычках, свидетельства о том, что какие-то инопланетные артефакты мы находим и умалчиваем. Есть даже такие мощные теории о том, что вот внеземные цивилизации уже вышли в контакт и о чем-то договорились с правительством. Но, наверное, самая популярная из таких теорий – это все-таки теория лунного заговора. Она на самом деле очень популярна. Если вы зайдете в YouTube, огромное количество роликов, сотни тысяч просмотров. Социологический опрос в 2011 году проводили у нас в России, и 60% опрошенных россиян, наших сограждан, не могут однозначно ответить, были ли американцы на Луне. Причем 40% точно уверены, что не были. Так что здесь у нас еще распределение по цифрам такое довольно оптимистичное. Я не нашел цифры более поздние, более современные, но думаю, ситуация не сильно изменилась, потому что разные разоблачительные передачи выходят даже на центральном телевидении. И вот год назад одна такая передача меня уже вывела из себя на канале «Звезда», вроде бы в патриотическом канале, началось очередное разоблачение, причем какие-то аргументы брали, ну, настолько глупые и уже 100 раз разобранные, вот не внушались. Я уже не выдержал, сам начал разбираться, и вот лекция в прошлом году у меня была про лунную гонку вообще, ну и в частности там про программу «Аполлон». Постоянно выходят статьи в интернете, разнообразные ролики. Без этого товарищи вообще никуда, он разоблачает лунную гонку с завидной регулярностью. Орды комментаторов, то есть огромное количество людей, сторонников лунного заговора, набрасываются на любую новость, где есть вообще открытый комментарий про лунные программы вообще, то есть там потоком. Вот это можно отследить, потому что я подписан на многих блогеров-популяризаторов космонавтики. Вот новость про Луну, все, и там 1500 комментариев, не летали, что за фигня. И мое видео даже удостоилось там таких комментаторов, что вот мне надо идти в школу и вообще зачем за это взялся. Ну, как это часто бывает почти всегда, вот пламенная убежденность в чем-то, в частности, в лунном заговоре, прекрасно уживается с тотальной неосведомленностью вообще, а в чем же официальная точка зрения заключается. Вот не летали и все. Ну, я ничего там не знаю, как говорится, Пастернака не читал, но осуждаю. Давайте быстренько посмотрим, а официальная позиция какая. Значит, ну вот, три американских астронавта, самый известный астронавт американский, наверное, Нил Армстронг, Майкл Коллинс, Эдвин Олдрин. Ну, действительно, кого вы еще можете назвать, если вы вообще кого-то можете назвать, наверное, в первую очередь Нил Армстронг будет, как американский астронавт. Экипаж миссии Аполлон-11, первые люди, которые
высадились на Луне. 16 июля 1969 года, плотно позавтракав, отказавшись от встречи с президентом, там был курьезный случай, когда президенту Ричарду Никсону сотрудники НАСА отказали на встрече перед полетом с астронавтами, прямо сказав: господин президент, к сожалению, встреча не состоится, потому что микробы, живущие у вас, могут нанести вред астронавтам, а миссия очень опасная, серьезная, и мы рисковать не будем. Оделись, собрались, попрощались с женами, другими, сели в ракету и стартовали, направившись к Луне. Вот. Ракета «Сатурн-5». Для того, чтобы добросить астронавтов на Луну, обычная ракета никак не годится, очень мощная ракета нужна, и такая ракета была построена. Вот можно на вот этой сравнительной картинке посмотреть, насколько она разительно выделяется вот на фоне остальных. Вот рядом наша гордость — это ракета «Союз», и вот на фоне нее огромная ракета «Сатурн-5», сверхтяжелая, собственно говоря. Множество аргументов конспирологов связаны с этой ракетой. Но вот не могли такую тяжелую ракету построить американцы. Ну, вот. Три ступени ракеты. В головной части ракеты размещалось два корабля. В первом командный модуль, вот он у нас здесь. В нем помещались три астронавта. Под ним в головном вот этом обтекателе, под ним размещался лунный модуль для посадки на Луну. Ракета стартовала. Вот коротко схема перелета. Значит, сначала ракета выходила на околоземную орбиту. Вот снимок, реальная фотография. Где-то примерно полтора часа уходила на проверку всех систем. После этого ракета стартовала к Луне. В процессе полета к Луне командный модуль, вот видно слева, вот эта схема разделения. Командный модуль отделялся от основной части, разворачивался, состыковывался с лунным модулем, вытаскивал его из контейнера, обтекателя. И вот в таком состыкованном состоянии ракета начинала свой путь, трехдневный путь к Луне. Три дня к Луне астронавты летели. После этого выходила на орбиту Луны, ну, это уже, понятно, не фотография, это такая картинка, фотошоп. Конспирологи любят фотошоп. Опять же, некоторое время на орбите Луны астронавты находились, проверяли системы, готовились к спуску. После этого через стыковочный шлюз два астронавта, Армстронг и Олдрин, перебирались в лунный модуль. После этого корабли разделялись, и лунный модуль совершал мягкую посадку на поверхность Луны. Дальше астронавты занимались тем, чем должны были заниматься. Примерно 21 час они находились на поверхности Луны, из которых 2,5 часа выходили за пределы корабля, повесили флаг. Самый популярный аргумент с флагом конспирологический, чуть позже я его разберу. После этого садились обратно, и верхняя часть лунного модуля отделялась, взлетала, выходила снова на орбиту, состыковалась с командным модулем, где в то время находился третий оставшийся астронавт. Ему не очень повезло, Майкл Коллинз, не получилось ему выйти по поверхности Луны. Состыковывались, перебирались обратно в командный модуль, после этого лунный модуль отбрасывался, отделялся, и астронавты совершали уже обратный путь, трехдневное путешествие домой, в результате которого привонялись в Тихом океане, где их уже поджидали военные. Дальше был трехнедельный карантин, триумф, овации, награждение, вот фотография, где в Советском Союзе их тоже награждают, как молодцов и победителей. Ну и остался вопрос, да, были ли все-таки люди на Луне, и какие аргументы за, какие аргументы против. Не все знают, вот об программе «Аполлон» слышали все, и ну, фамилия Армстронг, двух Армстронгов мы знаем, да, джазмен и известный астронавт, и часто их путают, какого Армстронга вы имеете в виду, настолько вот известно. Но не все знают, что на самом деле высадок на Луну было 6. Помимо 6 этих высадок была одна миссия неудачная, известный полет Аполлона-13, по которому сняли фильм хороший с Томом Хэнксом. Один, по-моему, самый достоверный по версии НАСА фильм про космические путешествия. Еще было 2 облетных миссии до Луны, итого 27 человек долетали до Луны, и 12 астронавтов выходили на поверхность. Сразу же контраргумент конспирологам, а зачем вообще подделывать 6 высадок на Луну, когда, например, можно подделать одну. На этот аргумент никто ответить толком не может. То есть, ну, зачем? Чтобы более убедительно это выглядело, достаточно сделать 2 высадки, там, или одну, ладно, одну, 2 сделать. Их сделали 6, их планировали еще сделать 3, но потом уже финансирование начали урезать, 3 последних отменили.
Или чтобы, может быть, поиздеваться над Советским Союзом и вот так высмеять весь мир, но это опасно, это очень опасно. Такая фальсификация, причем если вы знакомы с реалиями тех времен, когда вот соперничество двух держав было очень принципиальным, политическое, и Советский Союз первые половины 60-х годов вел по всем направлениям в космонавтике, то есть тут еще такая фальсификация вскроется, но это будет просто безобразие. А ведь американцы, в конце концов, обнаглели настолько, что даже автомобили в последних миссиях привезли на Луну и катались. То есть это все снималось на видео, фотографии. Ну вот, как-то очень странное поведение. Если вы хотите что-то подделать, наверное, вы будете делать так, чтобы минимум вообще контакта с информацией был убить. Сразу же вопрос. Да, дальше. Ну а что, если подделано, то что? Подделаны ли все эти 6 выстрелов? Подделана ли авария Аполлона-13? Поделены ли облетные миссии, подготовительные миссии, 10 лет программу готовили, все ли это подделано, или какие-то этапы были реально. То есть, если среди вас есть убежденные конспирологи, вроде вы поднимали, задайтесь вопросом, то есть просто задаться вопросом, вот до каких пор вы соглашаетесь, что это поддельно, а где начинается то, что было на самом деле? Ведь на Луну высаживались автоматические станции, поддельно ли эти выстрелы? Поддельно ли советские программы? У нас тоже, у нас замечательные были аппараты, которые высаживались на Луну, в том числе луноходы. Был ли луноход на Луне или не был? Или это тоже фальсификация? В Советском Союзе сфальсифицировать это было бы легче, потому что у нас не было такого свободного распространения информации. Был ли хоть один человек в космосе? Ну, а может быть, вообще Земля не круглая? То есть сейчас очень популярное видение. То есть вот где нам остановиться? Это довольно важный вопрос. Я не буду сегодня разоблачать основные тезисы конспирологов, видео разоблачительных, и они разоблачают лунную высоту, и конспирологов разоблачают их очень много. И подробно рассказывать я не буду о самой программе, хотя это очень интересно. Я приведу 10 тезисов, почему большинство экспертов не сомневаются в том, что лунные высоты были. Вот на этом сконцентрируемся. Итак, 10 тезисов. Тезис первый. Существовала обширная подготовка высадки человека на Луну. Началась она с речи президента Кеннеди перед Сенатом 25 мая 1961 года. Вот только-только Юрий Гагарин совершил свой выдающийся полет. И вот меньше месяца прошло, Кеннеди уже в Сенате задает вопрос, а как нам вообще восстановить утраченный престиж и что вообще делать? Вот мы предлагаем полететь на Луну. Амбициозная задача, нам нужно много денег. После того, как программы были специалистами сформулированы, обсуждены и начали выделяться деньги пошли очень большие, начали разрабатываться различные программы подготовительные. В первую очередь, конечно, ракета-носитель. Его сделали не за один день. Его вообще разрабатывали ракету «Сатурн», проект вот этих ракет. Вернер фон Браун, отец этой ракеты, начал делать еще в конце 50-х. Ну а здесь в 61-м году, в 62-м году уже начали увеличивать финансирование, и они уже с размахом начали это все готовить. Подготовительные миссии автоматические были. Вот кто космонавтикой увлекается, может быть, слышали. Миссия «Сервейер», мягкая посадка, автоматическая посадка на Луну американская. Успешно была осуществлена в середине 60-х. Таким образом отрабатывали, как вообще вот процедура посадки может выглядеть, очень подробно, очень серьезно к этому готовились. Миссия «Лунар Орбитер», орбитальное фотографирование поверхности Луны в высоком разрешении, тоже в 66-67 годы несколько таких аппаратов выходили на орбиту Луны, успешно всю Луну засняли, чтобы вообще знать, куда идти. То есть не просто так посадили людей в ракету, выкинули их, и вы там, ребят, наверное, разберетесь. Нет, все было не так. Пилотируемая миссия «Джемини», опыт пилотируемых полетов здесь осуществлялся. Ну вот ракета, значит. Семейство ракет «Сатурн». На самом деле три типа ракет поочередно разрабатывались. «Сатурн-1», «Сатурн-1Б» и потом уже «Сатурн-5». Почти 10 лет разработок. Вот один из тезисов конспирологов заключается в том, что вот, ну уж очень успешная ракета. Ну вот прям ни одного серьезного аварийного пуска не было. Ну невозможно, не может такого. Вот в Советском Союзе ракеты там через одну падали, а здесь вот все так идеально. Но, наверное, это поддельно. Ну это такой саморазмышлительный аргумент. Это на самом деле не аргумент, а просто некое мнение. Ну да, смогли. Вот ракеты, высококачественные ракеты, очень надежные. Почему они надежные, это все прекрасно объяснено. Потому что много денег выделили на программу, и инженеры смогли себе позволить делать множество длительных наземных испытаний. В конце концов, и вообще, когда эта программа только начиналась,
Главный тезис здесь был заявлен всем фирмам, которые работали в этом направлении, а там было охвачено там, сотни тысяч человек. Главный тезис был — это надежность. Сделать все аппараты максимально надежными. Они сделали, смотри. Вот на анимации показан прожик. Чудовищные, огромные двигатели F1 в первой ступени ракеты. Вот слева сам Вернер фон Браун на фоне своего детища. Можете посмотреть масштабы, насколько ракета огромная. Да, ее многократно испытывали. Да, ну, если почитать мемуары советских инженеров, строителей, конструкторов ракет, в принципе, там все те же самые мысли будут, абсолютно такие же, что вот если бы у нас было больше денег, мы бы вот эту ракету сделали более надежной. Когда денег мало, то приходится как-то ускорять темпы производства, но это вы, наверное, догадываетесь, чем быстрее и в ППХ что-то собирается, тем менее оно надежно получается. Вот первый полет ракеты «Сатурн-5», это снимок Земли, довольно известная фотография. В автоматическом режиме она еще пока на этот момент летала. Миссия Gemini. 12 запусков космических аппаратов, из них 9 запусков были пилотируемы. Gemini — это близнецы, 2 астронавта там было. И в этих пусках, замечательных пусках, подробно отрабатывались различные операции, процедуры, которые должны были впоследствии делать экипажи Аполлона. Вот на некоторые достижения здесь можно посмотреть. То есть это и выход, первый выход человека в открытый космос, это состыковка с автоматическим аппаратом, состыковка двух пилотируемых аппаратов, много-много других. Генерал Каманин, наш советский руководитель подготовки космонавтов, в своих дневниках писал, сокрушаясь, где-то в 65-м или 66-м году, не помню, проанализировав статистику американских запусков, что вот если до 63-го года Валентина Терешкова была одна, Валентина Терешкова, ее полет перечеркивал все успехи американцев в космосе, то теперь один полет одного из аппаратов Gemini перечеркивал все советские успехи в пилотируемом космосе. То есть здесь американцы начинали уже вырываться вперед. Это долгая, длительная миссия. И вот если, опять же, кто-то сомневается в том, были ли американцы на Луне, задайте вопросом, а была ли, например, вот эта миссия Gemini. Существовала ли она вообще? Вот кто-то узнает вот этого товарища? Американская страна. Это Нил Армстронг. Он в корабле Gemini-8, то есть почти все астронавты, которые были в Gemini-8, впоследствии участвовали в программе Аполлон. То есть они набирались опыта, в том числе и пилотируемых, вот таких сложных операций по стыковке, расстыковке и так далее, и так далее. Сама программа Аполлон. Прежде чем человека запустили к Луне, уже с целью посадить его на Луну, было 4 подготовительных пилотируемых миссии. Аполлон-7 выходил на орбиту Земли, и там проверяли командный модуль. Аполлон-8 совершал облет Луны без лунного модуля. Просто облетели, вернулись. Тоже очень такая грандиозная была миссия, очень опасная. Опять же, тезис конспирологический, что миссия Аполлон очень сложная, очень опасная. Да, она была очень сложная и очень опасная. Но космонавтика вообще дело очень опасное. Не зря, наверное, космонавтам дают у нас звезду героя, а там, в Америке тоже какую-то награду большую они получают. Аполлон-10 уже все процедуры проводили на орбите Земли, то есть стыковка, расстыковка с лунным модулем, и Аполлон-10, вот ребята немножко грустные сидят, они сделали все, кроме высадки на Луну. То есть они долетели до Луны, выходили на орбиту, они даже снижались на минимально возможное расстояние до Луны. Им заранее сказали: ребята, ну мы знаем, вы, ребята, храбрые и очень рисковые, но мы вам топливо не дольем, поэтому садиться вы не сможете. Ну вот они вот так полетали и вернулись обратно, и после этого уже была миссия Аполлон-11, ну самая известная миссия, пилотируемая. И она готовилась тоже долго. Очень много фотографий в интернете можно посмотреть. Вот Армстронг в павильоне работает. Вот, пожалуйста. Да, реально, тренировка в павильоне. Как сыграть грунт в скафандрах, то есть как там двигаться в них вообще. Вот геологическая разведка на местности. Астронавты, все астронавты миссии Аполлон должны были собирать образцы лунного грунта, и они должны были какие-то базовые навыки хотя бы иметь о том, ну, какой камень представляет ценность, а какой нет. И они выезжали, тренировались. Вот об этом знают не все. Вот такое чудище было построено для отработки именно посадки лунного модуля. Что-то такое насекомообразное такое строение, в центре у него реактивный двигатель. Аппарат так называется, летательный аппарат для отработки лунных посадок. В него садился человек и вот тренировался, как сажать
Луны могут на поверхность Луны. 5 таких штук было построено, были деньги, делали и такое. Там 2,5 тогдашних миллиона долларов, ну, довольно большая стоимость. Их все разбили, кстати. Аппараты на тренировках. И вот на одном чуть не погиб Нил Армстронг, вот реальные съемки, вот как он катапультируется, и аппарат разбивается. То есть это все рискованно, серьезно, и подготовки шли. Вот Майкл Коллинз в тренажере, в симуляторе командного модуля. Лунный модуль. Мягко посадить лунный модуль на поверхность Луны — довольно сложная, нетривиальная задача. Эту задачу частично возлагали на бортовой компьютер. И специально для кораблей «Аполлон» был собраны, там не один, их два, по одному в каждом корабле, портативные, первые вот, компактные компьютеры. То есть вы, ну, кто историю немножко знает, представляете. Компьютеры того времени, огромные машины. Здесь впервые вот на таких, уже современных транзисторах были сделаны такие бортовые компьютеры. В том, что американцы умеют делать электронику, наверное, никто из присутствующих не сомневается. Хотя не знаю. Сделали и успешно эти... Хотя не без приключений, сейчас времени нет рассказывать. Эти компьютеры работают. Второй тезис. Ну, он логически вытекает из первого тезиса. Если так много подготовительных процедур, операций, то и материалов об этих процедурах, операциях и миссиях было очень... И есть очень много. И действительно, огромное количество фото, видео, отчетов различных, технической документации. Кто английским хорошо владеет, можно закопаться там до конца жизни, разбираться. Вплоть до посекундных отчетов, как каждая миссия летела к Луне и кто чем занимался. Переговоры, все это есть в публичном доступе. В очередной годовщине миссии Аполлон-11 вы выложили почти 20 тысяч фотографий, из них много, которые не публиковались ранее. Вот на сайте Flickr можно посмотреть, вот там это все альбомы с фотографиями от всех миссий пилотируемых Аполлон, какие были. Ну, наверное, 40 лет только этим и занималось у нас, это рисовали фотографии в фотошопе, может, 20 тысяч фотографий, шутка. Третий тезис, и, на мой взгляд, он один из самых весомых аргументов. На самом деле, лунный заговор был. Но был он не в Соединенных Штатах, а в Советском Союзе. Когда Аполлон-11 осуществили успешную посадку на Луну и успешно вернулись назад, позиция Советского Союза официальная была такая: ну, рискованная миссия, мы людей бережем, и ничего такого делать не будем, мы автоматическими станциями будем Луну изучать. И только в конце 80-х годов стало известно, что все не так, как говорили. Параллельно с автоматическими миссиями Советский Союз готовил лунную высадку свою. В конечном счете схема полета сформировалась точно такая же, как у американцев. Сверхтяжелая ракета N-1 должна была выводить корабль на орбиту Земли, дальше перелет к Луне, два корабля, значит, командный оставался на орбите, а лунный должен был опускаться. К сожалению, финансирование было этой программы недостаточным, и не было до конца какого-то заданного четкого вектора, что именно мы делаем. Там были множество, скажем так, ссор и недоговоренностей между главными конструкторами, причем после того, как Сергея Королева не стало, то и кто-то объединить это все вместе с одним авторитетом не мог. Ну и по множеству причин программа эта не смогла быть осуществлена. Ракета N1 4 пуска совершила, и все 4 оказались неудачными, а в середине 70-х эту программу закрыли. Вот можно посмотреть сравнение. Очень похоже. Две ракеты очень похожи. Правда, советская наша ракета была послабее и могла вывести на орбиту и к Луне только двух космонавтов, и корабль был меньше. Вот лунный посадочный модуль, схема точно такая же. То есть садится, потом верхняя часть взлетает, взлетная ступень, все то же самое. Вот маленький советский наш модуль, который мы готовили к посадке, и может быть даже хорошо, что мы на Луну не слетали, потому что с большой вероятностью что-нибудь могло пойти не так. А представьте, вообще один человек, он даже споткнется и не сможет встать на Луне, и никто ему не поможет. Ладно, мы много другого, чего хорошего успели сделать. Почему СССР не смог? Много факторов, и я рекомендую всем интересующимся космонавтикой вообще замечательную книгу Бориса Чертака «Ракеты и люди» почитать. 4-й том как раз посвящен подготовке вот этой пилотируемой лунной программы и разным драматическим историям, как это все тяжело делалось, и замечательная книга. Во-первых, финансирование. Финансирование было гораздо меньше, но при этом руководство страны не понимало до конца, и военные в том числе, не понимали, зачем вообще это нужно. Ну, мы и так победители, мы и так, у нас много достижений, зачем нам еще тратить
свое время, деньги на Луну. Ну, при этом сборы конструкторов немаловажную роль сыграли. Вот эти деньги, которых и так было недостаточно даже для одной отдельной программы, их распыляли на множество параллельных программ. До середины 60-х годов так и не было понятно, каким образом именно космонавты будут туда лететь. Ну, а потом приоритет уже был упущен, в конце концов программу закрыли. Теперь мы остатки вот этих разработок можем видеть в музее. Вот, в частности, в музее космонавтики на ВДНХ есть и лунный скафандр Кречет, и лунный посадочный модуль. Почему смогли США? Ну вот эта диаграмма объясняет, одно из объяснений, почему смогли. Здесь изображен бюджет НАСА по годам, вот вы можете посмотреть. Изображен, записан он в процентах от федерального бюджета. И вот вы видите здесь пик, это как раз с 62 по 70-е годы, пик максимального финансирования. Посмотрите, какие цифры. 5% федерального бюджета шло на финансирование НАСА. А НАСА занималась в то время в основном только вот подготовкой полета. 5% федерального бюджета. Бюджета самой богатой страны в мире. Я посмотрел ради интереса, вот сюда ехал на лекцию. У нас на 17-й год бюджет России в процентах образования где-то 4, около 4% на все образование в России. Еще меньше на Минздрав. Вот представьте, вот эти все деньги взять и просто, чтобы 27 человек слетали на Луну. Вот все деньги, годовой бюджет страны выкинуть на политическую акцию, что вот мы должны доказать соседям, что мы лучше, чем они. Вот. То есть, ну, выкинули эти деньги, успешно их внедрили и слетали. Вот, пожалуйста, одно из объяснений. Следующий тезис. Ну, это скорее контртезис. Опять же, есть аргумент, что вот, ну, 60 лет назад, 50 лет назад, ну, какой там уровень развития техники был? Ну, там с камнями и палками люди ходили. Какой полет на Луну, о чем вы говорите? Но не все знают, опять же, что наша гордость, вот корабль «Союз», на котором сейчас единственный корабль, на котором возят космонавтов, астронавтов на МКС, это результат разработок лунной программы. Его готовили специально для лунной программы. Лунная программа закрылась, корабль остался, и успешно мы им пользуемся, самый надежный считается на сегодняшний день. Еще одна наша гордость – ракета-носитель «Протон», тоже вы о ней слышали. В тяжелом варианте, в трехступенчатом варианте, она тоже готовилась для облета Луны, для лунной программы. Сейчас ей успешно пользуемся, но сейчас никто не гнушается, не говорит, что вот эта ракета древняя, как динозавр. Нет, хай-тек, вот, красиво, хорошо. Следующий тезис. Главная задача США – показать техническое превосходство. Здесь вообще для чего это все начиналось? Для того, чтобы показать всему миру и своим согражданам, что Америка – это лидер, что американский путь – это самый лучший путь, и не путь Советского Союза, а именно американский, что эта страна технически и экономически самая могущественная. И вот это все приводило к тому, что программы готовились в максимальной степени открытости. То есть, вот смотрите, мы готовимся, мы взяли амбициозную задачу, очень сложную, технически трудно реализуемую, вот мы постепенно решаем эту задачу. Поэтому, ну, все открыто, опять же, ну, какие фальсификации мало возможными представляются здесь. Опять же, связанный тезис, гражданский проект. НАСА – это гражданская организация. И если, например, пилоты – это все бывшие военные, их как-то можно обязать держать тайну, ну, они вообще люди, привыкшие подчиняться, то представьте какого-нибудь инженера или ученого, который задействован в проекте, а ученые и инженеры часто люди очень своевольные, своенравные, и вот как их всех, там, десятки тысяч людей заставить молчать? Не очень понятно. Следующий тезис. Множество противников программы было с самого начала внутри Соединенных Штатов, внутри правительства, внутри властных кругов. Вот я выдержку из книги Юрия Караша «Тайна лунной гонки», тоже рекомендую, кто политикой, интригами, политическим интересуется, привожу. Здесь приводится опрос, как раз когда шло обсуждение финансирования программы на чудовищные деньги. Кеннеди приходит в Сенат и говорит: ребят, дайте денег. Сколько? Ну вот там, до 5% бюджета человека должен сводить. В это же время проводят опрос в журнале Science, в американском, опрашивают самых выдающихся ученых, не связанных с интересами НАСА, и 114 человек, 110 говорят, нам это нафиг не нужно. Это все популизм какой-то, это трата денег непонятно на что. Научной ценности большой мы не получим никакой. Это все сложно, дорого, непонятно зачем. Ну вот теперь представьте, да, страна, где происходят выборы периодически, если там какая-то оппозиционная партия, вот там Кеннеди был демократ, а республиканцы узнают, что здесь какая-то фальсификация, но это первый повод
импичмент президента объявить и вообще встать на его место. Почему этим никто не воспользовался? Тоже вопрос. То есть. Следующее. А вообще фальсификация, ну какой смысл имела? Ну тогда да, она, может быть, имела смысл сэкономить денег, всех обмануть и вот вроде как вернуть престиж утраченный. А сейчас? Что вот сейчас изменится? Ну вот Америка это сейчас лидер космонавтики. Это, ну, нужно признать, нравится там это кому-то или нет. После лунной программы они сделали огромное количество выдающихся космических программ. Это шаттлы, это телескоп Хаббл, один стоит там множество других программ. Это известные аппараты Voyager, которые уже Солнечную систему покинули. Тоже замечательные проекты. Марсоходы. Вот, кстати, есть конспирологи, которые считают, что высадки на Марс тоже поддельные. Все марсоходы, это все фикция, и видео все это уже на фотошопе делают. Тем не менее, проиграл ли СССР лунный флот? Тоже сложно сказать однозначно. Успехи Советского Союза в освоении космоса тоже никто не отрицает, они колоссальны. И после лунной гонки мы тоже делали большие достижения, и, там, и станции мира известные, и вот без нас и МКС не могут, как мы там не ругаемся две страны, а все равно без нас не обходится до сих пор. Настолько запас Советского Союза технологический большой остался. Да и в освоении Луны мы не ударили в грязь лицом. Замечательные луноходы, замечательные лунные станции автоматически. Представьте, там на не очень большом финансировании все равно исхитриться, послать автоматический аппарат, чтобы он прилетел, сел удачно, зачерпнул грунт и там шарик его запаковал и вышвырнул на Землю. То есть это колоссальные проекты. Зря, что о них очень мало говорят. Сказать, что мы все проиграли, нет, нельзя. Замечательно. Ну, американцы молодцы. Они собрали деньги, все взялись дружно за руки, сделали какую-то эффектную акцию. Но мы не отставали от них и дальше. Планета Венера. Вообще практически полностью советскими аппаратами изучена. Наша вообще гордость советская. Следующий тезис. Ну, стандартный тезис в адрес конспирологов. Вот чтобы сфальсифицировать какую-то такую крупную программу с вовлечением десятков тысяч людей, даже сотен тысяч людей, нужны какие-то сверхъестественные способности. Нужно за каждым следить, чтобы он молчал, чтобы ни с кем не общался. Ну и тут затраты суммарные, ну, наверное, превысят любые полеты на Луну и даже, наверное, на Марс. Тем не менее. Считается, что какие-то вот технологии, какие-то инопланетяне, масоны вот есть, и вот у них супертехнологии управления разумом, что вот все будут молчать. Ну, как-то слишком фантастично это будет. Ну и десятый, последний тезис. У конспирологов до сих пор нет ни одного железобетонного аргумента. Есть разные выкрики, разные тезисы, но вот как-то это несерьезно. Сгруппировать можно по двум категориям. Есть вот откровенно дурацкие, дилетантские доводы, ну вот типа флаг. Вот флаг у них трясется, ну вот можно посмотреть специально, вырезали из видео. Вот флаг, да. Вот они там фотографируются около флага, это снимается, снимается, если что, с лунного модуля автоматическая камера. Ну ничего он там не трясется, вот его повесил, он немножко вибрирует, потому что ну, древко от прикосновения тряслось. Ну, все нормально здесь. То есть посмотреть, найти, почитать. Ну нет, флага нет. Давайте все успокоимся. Флаги там воздухом не колышутся. Там вакуум, и все на видео нормально. Вот. Либо аргументы такие, размышлизмы, домыслы. Вот сидит человек, вот он. Вот есть известный конспиролог у нас по этой теме, Александр, по-моему, Попов его зовут. Я включил одно видео. Вот он сидит перед ноутбуком, включил ролик на YouTube и говорит, вот смотрите, ракета «Сатурн» летит. Вот она летит, и вот облака пролетают. А ведь сейчас она должна быть на высоте 24 километра, а облака у нас где-то на высоте 8 километров. Вот весь аргумент. То есть человек посмотрел видео на YouTube, поразмышлял, да что-то не нравится мне это видео. Вот не летали они. Ну, то есть как-то это все тоже несерьезно. Никакого аргумента нет, и вообще вот в юридической практике есть такой термин «общеизвестный факт». Общеизвестные факты доказывать не нужно. Сейчас высадка американцев на Луну – это факт общеизвестный, признанный всеми государствами, в том числе Россией, Советским Союзом признанный. И если вы хотите опровергнуть общеизвестный факт, вы должны подобрать аргумент, который его опроверг. И вы не должны требовать, чтобы НАСА вам снова в очередной раз доказывало, что американцев на Луне будет. Такие выкрики тоже бывают. А вот пусть они докажут, пусть они покажут нам лунный грунт, который якобы там растеряли, пусть они пленки покажут, да ничего они вам не должны, вы придумайте его. Такой аргумент, который разобьет официальную версию. Вот пример дилетантского аргумента приведу. Известнейший снимок. Эдвин Олдрин свой след сфотографировал, по-моему, свой. И вот рассуждение. Часто в пабликах ВКонтакте я это вижу. Вот посмотрите, лежит скафандр. Вот посмотрите, у него вот следы на подошве какие. Посмотрите, какой здесь след. Видно, что подделка.
Ну вот правда не говорят, что вот справа какие-то еще башмаки стоят. А это как раз те башмаки, которые астронавт надевал, и, собственно говоря, там под подошвой все нормально. Вот все, то есть если поискать, все можно разобрать. То есть если и поделали высадку, то с ботинками там все в порядке. Что почитать на эту тему? Разоблачение конспирологических мифов есть подробно на двух сайтах, вот я нашел. Это факты о программе «Аполлон» и сайт Skeptic.net. Кому интересно, можете посмотреть книжки, почитать вообще о лунной гонке. Это обязательно Борис Чертог, это Юрий Караш, я их упоминал. Замечательное видео «Аппараты лунных программ», Moon Machines, Discovery Science канал, подробно, как каждый в отдельности модуль готовили, как готовили ракету, как готовили командный модуль, как готовили лунный модуль, как машину эту, лунный ровер готовили. Об этом все подробно написано, с какими сложностями сталкивались. Ну, робот Бразертона я уже приводил. Так, времени, к сожалению, мало осталось. Так, речь Кеннеди я пропущу. Кстати, кому интересно, вот посмотрите это выступление. Все-таки не пропущу, наверное. We choose to go to the moon, мы решили лететь на Луну. Это одна из выдающихся речей 20 века, определившая направление вообще современного мира и воодушевившая миллионы людей. То есть вот, может быть, Кеннеди был авантюрист политический, но он на самом деле сумел вдохновить людей того времени, которые его слушали и верили ему, что действительно мы сможем полететь. Да, это будет тяжело, да, будет много сложностей. Да, это будет не завтра, это будет через 10 лет. Подумайте, вас к вам подойдут и скажут, давайте что-нибудь поделаем, а через 10 лет это будет хорошо. Скажете, ну, живи сейчас, умри молодым, да, как у нас современно любят говорить. А вот он говорит, будет тяжело. И вот настолько он зажег сердца людей, что вот в 1963 году его убили, а авторитет его настолько жил, что когда эту программу пытались несколько раз закрыть, вот не дали. Нет, мы все-таки доделаем, что вот он нам завещал. Вот несколько цитат инженеров, которые спустя некоторое время вольются в проект «Аполлон», что вот, ну, действительно настолько была вера. Ну и в заключение я свою несколько мыслей выскажу. Вот мое ружье чековское сейчас возьму. Были ли американцы на Луне в итоге? Ну, что я по этому говорю? Ну, я скажу, что на 98% я верю, что они там были. Я понимаю, что всегда все может оказаться не совсем так, как нам рассказывают. Наука в целом на недоверие строится. Ну вот пусть 2% останется. Что изменится, если завтра нам официально правительство США, там, Дональд Трамп, опубликует документы, что вот программа «Аполлон» — это фикция, и все это фальсификации с какими-то там хитрыми намерениями. Но у ученых появится новый объект для исследования. Потому что это на самом деле интересно, как сфальсифицировать программу, в которой вовлечены 100 тысяч человек, чтобы все они молчали. Это интересно. Психологи, социологи будут изучать, историки будут изучать. Ну, в науке отрицательный результат тоже отрицательный. Тоже результат. Что изменится в моем восприятии? Ну, тоже, наверное, мало что изменится. Не исчезнут выдающиеся успехи советского космоса, советского народа. Они никуда не денутся. Не исчезнет и тот факт, что Соединенные Штаты, как это нравится кому-то нет, сейчас, на сегодняшний день, это космическая сверхдержава с огромным количеством проектов. И там тоже не все гладко, но они лидируют в космосе. Не денется и тот факт, что Россия вот постепенно теряет, к сожалению, пока весь запас советский, который у нас был, в освоении космоса, и пока не предложила никакой серьезной программы развития космоса на будущее. Ну, то есть пока это те реалии, с которыми мы живем. Ну, и самое главное, что сегодняшний человеческий космос — это 400 километров над Землей. Это орбита станции МКС. И вот я взял этот мяч, чтобы показать, что это такое. Вот представьте, наша Земля. Мы ужмем ее до размера баскетбольного мяча. Тогда Луна будет на расстоянии 7 метров от Земли вращаться, на орбите 7 метров. До Солнца примерно 3 километра. Вот от такого мячика Земли 3 километра, представьте. До Юпитера 14 километров. Ну, представьте, да, там до конца города, даже дальше, до Юпитера. До ближайших звезд даже называть не буду, огромные звезды, очень далеко. А 400 километров — это высота чуть меньше сантиметра. Вот он, наш человеческий космос. Это сантиметр над поверхностью Земли. Меньше сантиметра. Это наш фронтир, это то, где мы сейчас находимся в космосе. То есть никакого космоса в истории человечества пока еще не было. То есть это вот, ну, очень маленький отрезочек.
И вот как каждый раз, когда начинают говорить о космических программах, о том, что вот очередную программу нужно закрыть, что зачем это нам нужно, у нас разбитые дороги, у нас медицина плохая, и вообще можно много чем интересным заняться. И у меня в голове вот слова Константина Циолковского известные, что Земля — это колыбель разума, и замечательно, но долго ли нам в колыбели находиться? И вот эти немые возгласы, вот, вопрошения Гагарина, Королева, Циолковского, Жюль Верна, фон Брауна, вот этих людей, увлеченных и больных космосом, когда полетим потомки к звездам? А перед глазами вот этот сантиметр, вот наш текущий сантиметр нашего космоса, и становится немного грустно. Но не я один, многие тысячи людей сегодня, даже в такое меркантильное время, в котором мы живем, верят, что когда-нибудь на Земле, на Луне будут станции обитаемые человеческие, и когда-нибудь человеческая нога наступит на песок, красный песок Марса, а когда-нибудь даже человечество полетит к звездам. И я не могу вам пока ответить на вопрос, зачем нам лететь к звездам, но я верю в то, что когда-нибудь мы все туда полетим. Спасибо.